перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Да. Да возьми. Вот Тархун. Добрый вечер. Тархун. Привет, привет. Hello, вирус садист. Да, музыкальности, может быть, было и меньше, но и времени на подготовку было меньше. 20 января, шутка ли? Мне нужен месяц. Здорово, Катя Невская, в темноте. Невская, Катя больше не в прямом эфире. Да, да, сегодня сейчас вечером должны выложить инфу о туре. Или завтра. Пока первая часть тура... Казань, Нижний, Самара, Москва, Питер. Привет, чмо, привет. Привет, Марина. Капельный батл, не хочу батлить и капельный. С диктатором, да не особо мы вообще не пересекались. Ну, после батла поговорили. Вот. По-нормальному, да, никакого конфликта не было. Battle rap есть battle rap. Но он производит хорошее впечатление. Он еще похож, блядь, он похож на моего соседа по даче, Сашу Измайлова. Это какое-то бесконечное совпадение. Но я, конечно, всегда преувеличиваю схожести. Мне часто люди говорят, нет, это не похоже, но, блядь, по мне так он очень похож. На моего соседа по даче Сашу Измайлова, как тот самый Коля, мой первый соперник по вообще батлам, великий мистер Человек-яйца, был похож на моего одноклассника Сашу Минаева. Это жестко. Казань с 7 или 6, сейчас все выложим скоро. Наверное, с БПМ меня не зовут. Может, сходил бы. Да, спрашивайте у Фалина и у диктатора, что. Ну, я собирал информацию, опирался на что-то. Что-то было. Не сказать, что там, видимо, сильно было. Пусть сами разбираются. В Киеве, наверное, летом буду. Чтобы вернуть вам старого Эрни без битов, нужно, чтобы люди тоже батлили, как старый Эрни. Люди хотят. Спокойной ночи. А люди хотят копания в грязном белье. Не, в Барнауле все отлично было. Поверь мне, бывает гораздо хуже. Лжедмитрия не слышал, не знаю, что это. Рвать на битах, может быть, будем. Музу беру из кропотливой работы, путешествий и прочего. Бля, кайф. С новой прической можно чаще банить у ёбков. А...
Сейчас в Петербурге. Альбом, ребята, 5 марта, «Био-дробовик», «Разнообразное музло». Очень вдохновлен был в процессе записи. Писали с Димой Тепляшиным, он же «Теплообмен». Очень интересный у него подход. Очень много меня мучил, перезаписывали дубли. В итоге он вытягивал из меня уже какие-то эмоции нереальные. Было интересно. Ну и Рома Савонов много вкладывался, помогал. Получилась прям плотная работа. Потому что Саня был занят, как обычно. И вот мы делали я, Сафонов и «Теплообмен» делали альбом. Это получилось интересно. И даже кое-что я там по музыке делал, сэмплировал что-то еще. Будет даже на альбоме кусочек моего бита, прям который я сам написал. Такой он будет просто идти в конце какой-нибудь песни. ЗБ, похуй на хейтеров, да не, он прям так, он активно банит, нахуй посылает. А я иногда даже рад улыбнуться хейтеру. Треков будет пом 11. Из тех, что уже были, вот только будет Да Винчи и Не прут эти люди. На версии когда-нибудь, может, хуй знает. Так что, ребята, 5 марта, надеюсь, мы успеем выпустить альбом. По поводу батлов, может быть, осенью, скорее, ближе к осени. Но, думаю, вряд ли в первой половине года что-то еще будет. Это очень затратно. И приятно, что новички батл-рэпа, Гуф, Птаха и Грязный Рамирес понимают теперь, что такое батл, что это не просто выйти, поулыбаться. Это жесткая работа, и физическая, и напряг, и моральный, и прочее. Покрасился, да потому что это охуенно. По поводу битла что-то написали. Знакомые ребята купил. Что-то там брали, сами сэмплировали, собирали все тоже. По-всякому было. Включить звук надо. Мой дом – это мои домашние спортивные штаны и ноутбук. Вот это мой дом. Площадка пишется через час. А, еще раз тогда пишешь, я тебя забаню. Здорово, переверну игру. На BPM, конечно. Среди Киев? Да я не знаю. На BPM, может быть, когда-нибудь. Не думаю, что ему особо это интересно. А, со стендапом не знаю. Когда-нибудь, может. Пока хочется еще музыку. Музыка вроде поперла сейчас. И поэтому на концертах у меня куски стендапа есть. Это мы делаем. Вот вчера был «Квартирник», по-моему, был отличный импровизационный стендапчик. Все было хорошо. Я думаю, зайти на открытый микрофон к Поперечному. Но пока что-то не до этого. Со стедом не знаком, да. Мы судили же вместе. В том числе. 140 BPM. Ну, мы давно как-то так познакомились, я уже даже не помню где. А, это был концерт Галата. Хороший парень. Видеоблогеров в рэпе. Джарахов хорошо читает. У Ларина был хороший припев в песне. Зачитки не особо понравилось. Сам клип и припев хороший. Кстати, у Соболев не рэп там читал, но вообще-то последний этот тот его бой, вообще-то хорошая штука. А, спасибо. Кизару, ну, так он стильный чувак, но я такого не слушаю. Еще плохих шуток, посмотрим. Ну ладно, если не из России... Топ-3 русских рэперов. Влади, сольное творчество, ATL и Lockdog. Пускай так. Да, «Био-дробовик» будет на iTunes, но не сразу, потому что все будет досводиться в экстренных условиях 5 марта, поэтому думаю, что к концу марта все появится. За 16-м батлом не слежу. Зато следил за ребята за 13-м, за 14-м. Пока вы, наверное, там следили еще только за Димой, не обосраться. Золотые были времена. Lockdog в финале против Димы Короба.
А в 14-м кто был в финале? А, Бабан с Честом. Так против антихайпа есть в аудио раунд. Погугли. Версус начинал смотреть. Ну да, Картрайт подрос очень. Молодец. Наверное, строчку про Че Гевару на меня описал. Думал, если когда-нибудь будем батлить. Так, мне Кит присылает заявки. Давайте попробуем вывести людей в эфир. Вот, MC Eternity, конечно. MC Бесконечность. Но он не может присоединиться. Ребята, вы хотите присоединяться и не присоединяйтесь. Люди не прут, будут в Google Music, когда альбом выйдет. Локдог известен так, как хотел. Да это спорный вопрос, во-первых. Во-вторых, Локдогу всегда было похуй. И у него был такого масштаба талант, что даже если он не хочет светиться, он все равно засветится. Так. Владимир Бабаджанян. Посмотрим, если что-нибудь армянское в лице. Глеб! Владимир. Боже. А что темнота у вас? Что все, кого подключаю, в темноте сидят? Да потому что я уже на боковую собирался. Низ моей кофты. А что за зеленый фонарь у тебя там сзади? Фонари. Это мое лицо. Не-не, там какой-то мигал-огонек какой-то. Это Макс заряжается. А, респект. Какой у тебя Mac? Про Retina 15-го года. Как у меня. Угу. Или у меня 13-го, я забыл. Он 15-го, нет, ну есть и 13-й, и 15-й. Короче, меня спросили про Набокова, я записывал, блядь, писал про Набокова диплом. Так что, straight. Ты в каком городе живешь? Почему фамилия армянская? Москва. А, тогда понятно, почему фамилия армянская. Или это совпадение? Ну, вообще, я из Тбилиси. А, ну, да. Я видел, кстати, у тебя было видео из Тбилиси. Да, я был в Тбилиси этой весной, там тоже был парень из Армении. Хотя, насколько я знаю, есть некие терки, да, у армян с грузинами. Нет, ну, нет? Знаешь, если поймать момент, типа там, у меня лучше, нет, у меня лучше, то тогда да, типа, у них есть такие терки. А в целом, наоборот, это такие две очень романтично пьющие нации, поэтому никаких конфликтов не бывает. Знаешь, вот у меня рядом сосед, ну, там, где я живу, в Тбилиси, он один день пришел, потому что я ему не понравился, он хотел меня зарезать. На следующий день у меня был день рождения, и он приглашал меня порезать барашка вместе с ним. Так что там надо настроение ловить. Блин, интересно, я бы хотел попробовать зарезать, хотя нет, наверное, я не хочу резать барашку. Вот но посмотреть. Когда у тебя волосы родного цвета отрастут, ты можешь опять приехать. Да, блин, мне кажется, что все нормально так будет. На самом деле, там есть очень много консервативных граждан. Страна вообще маленькая, но консервативные граждане, они прям очень колко к этому относятся. Не знаю, я многое там что видел, вот, и я хочу сказать, что как-то мы шли из парка, и пьяный мужик начал что-то орать. И я подумал, он, наверное, хочет присануть нас, а ему отвечает грузин, который нас сопровождал. Mm-hmm. Потом спрашиваю, а что он орал? Он говорит, да он орал, что вы все красивые. Почему вы все такие красивые и молодые? Поэтому я думаю, что в центрах проблем не будет. Я писал тебе вопрос, но ты, наверное, потому что люди много пишут, ты не успеваешь прочитать. Я видел у тебя много, ну, по крайней мере, я видел одну или несколько, я уже не помню точно, фотографий с девушкой из факультета журналистики, команда КВН такая была. Ирина Чесноков, да. Тут про Марию Горькую спрашивают, это хороший фотограф, мы знакомы, потому что она как написала, что хочет меня поснимать, потом оказалось, что девушка моего концертного директора еще и с ней училась вместе. А по поводу, ты сейчас спросил, про Чесноков, да, мы, там, ну, мы играли. Я сам играл в КВН. Ага. И мне как было называлась интересно, команда? Ты писал или ты играл вместе? Я даже видел какой-то отрывок видео у тебя, что такой хайр был длинный. Да. Блин, ну, конечно, играл, я, да? Я и писал, и играл, конечно. О, что, по батлам не видно, что вот, но на самом деле нет. На самом деле в 2009 году, когда мы играли в Краснодаре, я что-то не очень вжился в команду, и я с трудом что-то писал, и вообще были тяжелые отношения. С капитаном нашим Илюшей. Но вот я играл в Краснодаре, да, как раз это год был, 2009, мы играли, была Ира, потом ее позвали в факультет журналистики из нашей команды, потом она уже была на ТНТ. Теперь вот она запустила шоу «Бар в большом городе». Там был каяк.
Круто. Может, заценить можешь, да? И вы все можете заценить. Мы перестали играть в КВН, потому что на редактуре у нас вырезали шутки, а потом их продавали другим командам редактора. И мы что-то так расстроились и подумали, да ну его в жопу. Естественно, это КВН, да. Здорово, Катя. Да. Ты что, да ты проснулся ради эфира? Зачем? В Москве уже 20 часов ночи, уже надо спать. 22:35. Но я живу по грузинскому времени. Ты еще не пробовал по Владивостокскому, это совсем кошмар. Тогда можно вообще не спать. Ладно, спасибо тебе, что вышел. Я повернусь к вопросам. Давай. Приходи 16-го в клуб «Город» в Москве, концерт будет. Я хотел, кстати, прийти на один концерт, но такая проблема. Почему-то, ну, не то чтобы моим друзьям твое творчество не нравится, но я люблю в музыке слушать то, о чем человек говорит. А ребята такие, знаешь, за новое звучание. Типа там Моргенштерн, повторять. Это называется не нравится. Это нормально, ничего не поделаешь. Короче, респект. Нет, я люблю, я понимаю, о чем ты поешь, о чем читаешь. Спасибо, мужик. Ну давай. Давай. Кидос. Счастливо. Что тут произошло? Вадим, привет. Коробков, они крутые. Да кто? Алдерули. А чё, Кей Рыжков, у тебя заработал Инстаграм, что ли? Ты обновил телефон, что ли? Дуня против Димасты, я не знаю. Я не был нарвать на битах, что-то пропустил. Заработался. Да, привет, ВКБ. В альбоме один из треков 5 марта альбом Пио Дробовик. Пожалуйста, имейте совесть, послушайте, реально. Мне кажется, что, ну, то есть это первый альбом, который, когда я выпускаю, я прям им доволен и уверен. В туре не будет Саратова, нет, Саратов смерти генератор. Но будет в песне «У меня нет сердца, я с Москвы», строчка, что я рожден в Саратове. Вот, получился интересный альбом, разные все песни, разное звучание, где-то я даже пытаюсь петь, где-то еще что-то, мне кажется, прикольно. По звучанию, ну, это как самый первый альбом 21 Pilots, если бы он не умел петь. Фиты, да, с Ромой Сафоновым будут фиты, с Ромой Сафоновым. И вот на песне «Да Винчи» Логинов поет. И что-то Маша из «Бэд Бэд Рокс» он будет пропевать, а так... Не. Да, Уфа хороший город. Лучший рэп-исполнитель сейчас? Evidence. Справилов ничего не знаю. Вот недавно сам узнал, что он, оказывается, удалил группу. Jesus Christ. Смоленск? Не... Наверное, нет, вообще чуть не хочется Смоленск. Не, может быть и хочется, если хоть 5 ребят к тебе пришли пьяные, что были на квартирнике. Может быть, в этот раз я бы уже собрался силами и набил им ёбло. Рисунки? А, да я даже, да там кто-то что-то подруги на что-то еще что-то, не знаю. Диктатор, да говорит, ну, блядь, да я не хочу я про это говорить. Что? Мы нормально с ним абсолютно общаемся. Гостиница «Космос», да, я слушал, мне нравится, в принципе, но вот реально, это тупая претензия, но я не могу больше там одной-двух песен подряд слушать, многознало, мне надоедает. Но «Гостиница «Космос» — кайфовый трек, прям, я как-то ехал в такси откуда-то, и это прекрасно. Смоки Мо не смотрел интервью, а что, он там что-то интересное такое сказал, расскажи-ка. «Play the Devil». Киев в июне. Бля, у меня, скорее всего, на новом альбоме будет строчка... Что-то что. Все прут в пляс, как хохлы в Евросоюз. Будет тяжело в Киеве, наверное. Но ничего. MC Бент. Я ненавижу панков. Я люблю рэперов. И я ненавижу тех, кто ненавидит рэп. Альфа был бэк MC Млечного. Ну, круто. Не знаю. Может, Альфа и не ушел из игры, а просто затаился. Хуй знает. В Самару, да, 9 апреля концерт в Самаре. Сейчас скоро будет вся инфа. Может, не сегодня, а завтра выложим, не знаю. Я уверен, что с аккаунта Кати Рыжковой сидит кто-то другой. Потому что придумать Шмеля и Золотого мог только Стас. Ну или Гриша. Блять. Ира, я только что хвалил твой бар обоссанный, так что, пожалуйста, имей совесть с вашими пуританскими взглядами. Я уже чувствую, что ты мне сейчас будешь отчитываться. Прическу, имей совесть.
К тому же у меня уже вон полезли черные. Сейчас, блядь, у меня так быстро волосы растут, что через час уже я буду опять черный. А там где-то там уже будет, знаешь, на 20 этаже розовая. Что скажешь про Лизу Люмейта? Да, мы поддерживаем контакт. Я послушал очень крутая песня «Бесконечность», а так мне показалось, что немножко как-то вот в этих рассуждениях, все в рассуждениях прикольных, но немножко пересекать с тематики. Но «Признание» круто, и второй трек, по-моему, тоже крутой. Еще что-то. Ну и вот «Бесконечность» прям очень кайфовая песня. Топ-3 книги? Слава Курилов, «Один в океане». Агота Кристоф, «Толстая тетрадь». И пусть будет «Лем Фиаско». Это ужасно. Смотри, наслаждайся. Че ужасно? Вот че, блядь, ужасно? Вот, блядь, вот че ужасно? Вот че? Вот че, вот смотри. Нормально, лицо, понимаешь, породистое лицо, ты его никуда не денешь. Поэтому хоть там зеленый, хоть розовый, все равно смотрюсь нормальным человеком, ярким, интеллигентным. То есть меня заебали короткие волосы, они долго растут, поэтому я решил что-нибудь новенькое сделать. Не волнуйся, не на всю жизнь. Versus, да, блядь, начал смотреть, но не досмотрел. Нормально. Мне не очень прикольно. Вот Птаха Гуф, мне понравилось, это не шутка. Мне очень интересно было. А, наверное, сегодня РБЛ новый вышел, да? Надо посмотреть. РБЛ, вот за РБЛ интересно наблюдать как-то, когда молодые чуваки приходят. Да, Bar in the City, давай. Тушься сильнее. Что? Ты мне давай потом лично скажи. Тушься сильнее. Я тебе сейчас так натужусь, что... Так натужусь, что рожу от тебя. Самая топ прическа была на батле за Нойном. Я очень рад, что вас волнует моя прическа. Именно это и была ставка. Даже не знал, что это так зайдет. Воронеж, когда, бля? Приятно, что так меня ждут в Воронеже. Да когда? Да и в апреле, в мае. В апреле, по-моему. Блин, насчет нового сборника, ребята, стихи что-то тяжело идут. Посмотрим. Может быть, я прозой возьму. Потому что что-то есть, что нет еще в первых двух сборниках. Там, наверное, стихов даже 20 есть каких-то. Но хочется нормальный сборник выпустить. Я хочу прозы накидать. Когда она напишется? Хуй знает. А 5 марта, напоминаю, альбом «Бил дробовик». Скажите, пожалуйста, ребята, читаете ли вы мой телеграм-канал? Заходите. Димок, нижнее подчеркивание, заткнитесь. Будем ближе друг к другу. Прозу не надо. Ну-ка, сейчас мы проверим, кто это, Катя Рыжкова или Стас. Значит так, контрольный вопрос. А что надо делать от панической атаки? В Ташкент, блин, я бы съездил, мэн. Когда меня кто-нибудь туда позовет, тогда я приеду. Слушал ли я Горгород? Нет, как ты знаешь, пропустил. Конечно, слушал. Я помню, я шел пешком с площади Ленина до квартиры на Тухачевского, а это, извини, 50 минут, да еще и, блядь, от Ленина вот туда вот там промзона, отвратительно. И как раз Горгород был очень вот в ту степь прям тоже все эти заводы, улицы, серость. И как раз «Где нас нет» уже я дослушивал, когда пришел, уже спал. В Пермь, мэн, не знаю. Как вспомните сугробы пермские? Да не, похуй на сугробы, я приехал бы. Хороший организатор Алла обычно помогает нам. Надеюсь, она тоже поможет нам в этой весной. Упражнение «Бумажный пакет». Это не Катя. Ссылка где-нибудь на Телеграм есть? Да, на личной странице там. Посмотри, я последний пост писал про мультфильм «Жизнь и приключения Тима». Кстати, посмотрите. Хотя, блядь, я даже не знаю, какой у вас средний возраст. Если вам 22, вам, может, и не понравится. Хотя в 20 я уже любил полулитровую мышь. Всякое бывает. Верчусь под биты. Фати-фати. Что почитать из русского советуешь? Да почитай, хули, блядь. Александр... Бля, я забыл, как его зовут. Короче, я в степени Н. Н такая латиница. Нормальный роман. Простой, современный.
Или почитай его, я не знаю, за этого, за рассказы Замятина. Олеша, зависть почитай. Олеша, зависть. Шок, стиляга. Что-то перестал меня в Твиттере срать, значит, хайп мой ушел. Ничего, скоро опять начнет. Снял бы свой фильм. Вы как-то пытался на втором курсе ставить сценку с первокурсниками, блядь, такие не дубы, конечно. Очень сложно быть режиссером, потому что ты... Я, в принципе, не люблю зависеть от кого-то в творчестве. Когда тут настолько зависишь, что ты должен прям точно людям передать какую-то картинку, они, блядь, сука, не могут ее передать. Это надо быть большой выдержкой и прям любовь к этому иметь, к тому, чтобы снимать. Я пока не настолько хочу. А все авторы увязают вокруг одной идеи. Пелевин всю жизнь пишет одну книгу. Кстати, говорят, что последняя хорошая. Неожиданно. Гострайтера, что ли, наняли? Как гейм. Вон направо, и там дверь будет. Здравствуйте, Никита Рязанский. Неужели вы, правда, с Рязани? Думаю, что, скорее всего, уже уехали. Потому что в Рязань приезжаешь, ощущение, что тут каждую секунду кто-то уезжает в Москву навсегда. Верю ли я в Бога? Ну, в такого вот, в личностного Бога нет, но же какая-то сущность, которая нас породила, с которой мы являемся одним целым, да. Да и с возрастом, знаете, всякое бывает, с возрастом всякое может быть. Делал, делаю, уже сделано, да, респект за полутровую мышь, ЛВ Друни. Шалом, Фринхтер. Пьют архун вообще. Егор приехал с Липецка. Егор вейкбордом занимается, приехал на соревнования. Сам он липецкий. Он мне подарил в свое время банку Фанты, которая кое-как там открывается секретно. Ну ладно, не будем палить фишки. И вот Егор прикольный чувак. А мне не приходит приглашение на Версус. Да я не люблю там находиться. Атмосферка там очень часто не особо. Как-то тухлые люди. Не веселятся, не шумят. Вот. Да и знаешь, я всегда такую метафору привожу, что приходить 17.03 это как вот если бы Кутузов пришел бы на Бородинское поле. А там бар, он такой, бля, я здесь воевал вообще-то, тут бар открыли. Раймин, перспективный молодой человек. Приятный очень, кстати, чел. Мы однажды в метро встретились. Да никакого конфликта нет, есть просто разное видение ситуации. Никакого бифа с диктатурой нет. Да, 140 BPM смотрел, я его судил. Ну и до этого смотрел. Ну да, Ремарк вообще довольно переоцененный чувачок. Недаром он там 10, в 10 самых продаваемых книг опять вошел года. Просто и понятно. Ну, как бы, я не читал «На Западном фронте без перемен». Гриша, мой друг, говорит, что охуенно. Вот. Но я читал «Три товарища». Отвратительно, по-моему. Я читал «Черный обелиск». Тоже вот эта сцена, когда девушка пародирует голос басового мужика. Это такой дешевый КВН, аж страшно. Вот. Но при этом «Ночь в Лиссабоне» вроде бы неплохо. В Москве, да будет много нового, много старого. Да, блин, будет охуенно, как обычно. Это своя атмосфера. Аудиопреступление не слышал, название прикольное, можно заценить. Диктатор охуенно техник. Фолкнер не читал. Чикин, не знаю, что это такое. Часы не бенд второй, да. Я не понтуюсь, просто что-то кручу в руках. Смотри, какой богатый у меня Mi Band 2. Дима, шум охуенный. Кей Рыжкова, верни свой аккаунт себе. Зыгоря не читал.
Изучаю Лавкрафта. Я плохо знаю Лавкрафта. «Убей своих любимых». Нет, я, по-моему, посмотрел «Убей своих друзей» про мир звукозаписи. Хороший фильм. В Ярославле я уже забыл, где выступал. Когда ты выступал в каком-то кафе, это точно. Мэйти, ну, на мой взгляд, скучновато. То есть, вроде бы интересный сам по себе. Неплохо читает, но вот тексты как будто бы я не нахожу там за что зацепиться именно по тексту. А мне хочется именно каких-то поэтических изысков, я их там не нашел. Чем промышляю? Да, блядь, альбом сводим. И вот сидел сегодня, клепал афиши. Я же, блядь, сам себе дизайнер. Как вам, кстати, а? Моя обложка для паблика. Сейчас будет афиши для групп. Сам себе дизайнер. И мне это нравится. «Солнце мертвых». Ну, неплохой альбом, однообразный. Когда им тебе, может, такое бы слушал? Я когда «Чемодан» слушал с удовольствием. Думаю, что «Солнце мертвых» туда же в ту же плейлист добавил бы. Не, я не умею рисовать. Точнее, умею, но это слишком. Это уже искусство будущего. Хаски офигенный исполнитель. Не могу ничего добавить. Да, «Чек-ин», да. Это название кафе. Блять, точно. Прическа ужас. Спасибо. Им очень ждал твое мнение. Расскажи теперь, что мне делать? Смыть ее чем-нибудь или как? А, или забить хуй на твое замечание? Тебе надо пробиваться. Братан, да? Я что-то думал, что само все придет. А, нет? Окей. 25-17. Ну, Ант, конечно, охуенный тип. И читает, и поет, и тудым-сюдым. Дурь не смотрел. Какой фильм посоветуешь? Кстати, сериал «Glow» нетфликсовский про женский рестлинг. Очень хороший сериал. Посмотрите. Забыл, что вам посоветует. А, ну, этот «Жилец» Роман Поланский. Режиссер, он там сам снимается. «Жилец» – потрясающий триллер. Настоящее искусство. Вот. Этот фильм, он с 1974 года, он смотрится охеренно свежо и современно, потому что настоящий большой талант, он не зависит от времени. Понимаете, а вот мы слушаем, блядь, я слушаю там Pink Floyd, мне все говорят, Pink Floyd, Pink Floyd. Может, надо «Под кислотой» послушать, я не слушал «Под кислотой» Pink Floyd, но мне кажется, очень вторично и мутно. А Beatles, которые были раньше, пусть и более простая музыка, охуенно же. Из русских сериалов ничего не смотрю. «Улица Фруктовая», что-то знакомое. Где же она была? Не, из Воронежа, Леонид. Но уже 2 года в Петербурге, с ним до судорог продрог. Тесен дым и хлам, тильт и многородник дорог. О, спасибо, Боуджир. Блин, чуваки, на самом деле не лучший батл, но я постарался. Было очень тяжело готовиться, наверное, тяжелее даже с алфавитом не было, потому что, сука, 20 января, и я в декабре что-то там думал сесть, так и не сел. Потом январь, Воронеж, только 7-го приехал в Питер из Воронежа, только 8-го сел писать. А мне нужна неделя по-хорошему, чтобы учить, тем более такой объем. Объем-то оказался больше, чем на «Рвать на битах». Там где-то 6 минут, наверное, текста. Причем, ты, короче, батлы без битов, ты если собьешься, ты можешь такой. Тут, блядь, ты не можешь сбиться. Поэтому было очень тяжело. И я в какой-то момент думал, что я не выучу. У меня какие-то были панические атаки начались вообще. Но такого никогда не было. Я не мог спать. Я не мог уже учить, мозг отказывал. Я не мог спать. Я просто лежал, у меня сердце хуярит. Я не могу спать. Пью какую-то валерьянку, еще что-то. Но в итоге все выучил. Вроде, вроде да? Прозвище в детстве. Ну, в школе у меня какое-то время было прозвище «Сметанка». Не с того ни с сего. А во дворе была кличка «Госдума» какое-то время. А потом была «Зимбаба». Она мне очень не нравилась. Потому что в тот момент КВН вышел, и там кто-то шутил в КВН, что не «Зимбабве», а «Зимбаба». И пришел пьяный, здоровый старший пацан, ему было до 17, Игорь Назаров, боксер, сказал, а вот это будет Пиноккио, вот этот Зимбаба. И, сука, прилепилась, блядь. Как я
Как я злился на эту кличку. Как бы ты описал себя в трех словах? Чипсы, энергетики, футбол. Если дудь пригласит, блядь, когда он меня пригласит, братан? Зачем ему меня приглашать? После тебя только. ЕГЭ сдавал по-русскому. Я еще в 2006 сдавал, тогда можно было вроде по выбору еще. Я сдавал ЕГЭ только русский. Английский сдавал. Английский сдавал в ВУЗе самом. Блять, я и так разъебал на батле со Славой. Я не слежу за что-то за Спартаком. Я посмотрел Барселой. Да, Барселон Челси что-то случайно попал. Сделал ставку на то, что обе забьют. И я ставил счет победы Челси. Там был 3 с чем-то коэффициент. В принципе, я мог выиграть. Ну, на победу Челси я поставил полтос, а на обе забьют. Хороший тоже был коэффициент. Поставил 400, выиграл там 600. Да, я филолог. Сложное решение, которое жизнь ухудшалась. Да нет, знаешь, есть поговорка, все, что не делается, все к лучшему. Все равно все выруливается потом к лучшему. Поэтому надо уметь принять решение, а дальше уже. Про этот фильм фон Триера «Европа». Не самый лучший фильм, но про важность принятия решения хоть какого-то. Да, 140 BPM – это определенно очень перспективная площадка. Не знаю, правда, насколько эти перспективы продлятся, но определенно батлы на битах – это будущее. Батлы без битов неизменно угасают. Слушай, журналистика гораздо более узкое образование, и чаще всего там преподают люди старой закалки, которые ничего не знают про современную журналистику. Да и, в принципе, журналистике нельзя научить. Это, во-первых, должен быть определенный характер, пиздливый, пронырливый человек должен быть, и так далее. Чему там тебя научат? Лучше, как бы, филологическое образование, оно более универсальное. Ты можешь и журналистом, и копирайтером потом работать вообще. Лучший русский писатель Набоков, лучший зарубежный... Ну и вопросик. Ну пусть. Ну пусть этот, сука. Don't be sin, кто написал? Диккенс. Да, следующий батл, скорее всего, на битах. Но все может быть. Часть твоего времени. Я бы отправился в 89-й. Познакомился бы с мастером Шафом, чтобы пройти рэп-мьюзик все-таки. Или даже не проходя рэп-мьюзик, быть частью рэпа. Спасибо, Артем. Глаза вайп смотрелись довольно неприятно. Прямо ощущение, что человек болен. Вот. Было. Ну и такое было ощущение, что это он берег эту фишку весь батл, а в итоге это... Блин, тебе не нравится «Идиот» фон Триера? Ну да, не смотри. Потому что меня захватило сразу, и я прям сел. Я вот вместе с ними ходил все это время. Да, конечно, это был я. Крамов Март. Фарворская. Что ты хочешь от жизни? Что тебе нравится? Если не знаешь что, то иди на какие-нибудь общие образования. Ну вот журфак чем хорош при этом, что... Точнее, даже не журфак хорош, а профессия журналиста хороша, что ты, работая журналистом, можешь таким взглядом очень большое количество профессий понять, что тебе ближе, что тебе интереснее. Ну, если я такой выездной журналист, а не... Удаленщик.
ЕГЭ за 3 месяца, я не знаю, в каком состоянии сейчас ЕГЭ, но думаю, что при желании возможно. Я выучил когда-то в 9 классе право за месяц, чтобы поступить в юр-класс, потому что туда шли мои друзья, хотя мне нахуй не нужно было. Юриспруденция. Выучил все статьи Конституции, все, весь уклад наш, уже ничего не помню. А 140 я делал против, не против Нойного, наверное. Вот, ну, серьезно, мне кажется, уже новое поколение должно понимать, уже усвоить все шутки, что диплом ваш ничего не значит. Вот он есть, слава богу, ничего он не значит. Вы все равно все будете постигать в любой работе на месте. Вайбу не хватило для победы? Ну, наверное, эффект вот этого выигранного первого батла, когда очень много ему отдаешь, а на второй ты уже не можешь ничего найти. А Шум, видимо, тогда недооценивал вайбу, поэтому проебался, а потом камбэкнулся. Это прям тютелька в тютельку наша с алфавитом история. Не, петь мы сегодня не будем. Вообще, мы сейчас пойдем смотреть, что у нас там по туру. Может быть, будем выкладывать инфу о туре. Может быть, и не будем. Не, рассказы Сорокина ряд и похожи на черное зеркало, а вот рассказы братьев Стругацких вполне себе. Спасибо за трансляцию. 5 марта, альбом «Биодробовик». Может быть, даже клипец кое-какой скоро будет. Увидимся.